что в начале вашего сюжета было интересно. Там сидел Гороховский, там сидел, по-моему, Хмельницкий, там сидел еще какой-то бизнесмен, там сидел сам президент, и они разговаривали. Все кипрские патриоты. Все компании на Кипре. Что у Гороховского Монобанк, что у Хмельницкого там зарегистрировано. У всех наших крупных бизнесменов все на Кипре. Они все кипрские патриоты. И 95-й квартал на Кипре почему-то зарегистрирован. А, теж, кажется, объясню, что такое. Вы убили свою страну. Здесь бизнес открывать нельзя. Здесь плохая судебная система. Здесь бешеные налоги. И поэтому наш весь бизнес на Кипре. Это все кипрские патриоты. И, к сожалению, команда Зеленского на сегодняшний день об этом не говорит. Не меняет, не убирает налоги. И поэтому деньги отсюда бегут.